Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил залететь на гагидропчик. У меня на балике 103 089 рублей. Этот балик у меня остался с прошлого видоса. Мы там подняли плюс 23 куска за ролик. И надеюсь, сегодня мне гагидроп планирует дальше также выдавать. Потому что, в принципе, мы весь этот баланс раскачали с 15 тысяч рублей. И я хочу подниматься дальше. Будет прикольно подняться до 150 тысяч рублей. И это, считаем, мы сделаем от первоначального баланса x10. А это звучит жестко. Полетели со старта. Воин дракона 5 штучек на 10 тысяч рублей. Давай, в идеале прямо в начале видоса хорошо окупаться, но три картеля падает, аквамаринка, которая причем плохого качества, это минус. Давайте еще 5 штук. Мэйби со второй попыточки меня получше окупит, золотая спираль, отлично. Так, М-ка дорогая падает, PD-50, но это все равно будет, но это плюс, но слили мы больше. То продаем и открываем еще 5 штук, все то же самое. Но нам надо как-то со старта ролика выйти в плюс, но выйдет что-то мощное, пожалуйста. Аквамаринка опять говна падает. Ну, может, ты прямо завод... Да, опять 1653. Ну, что такие 6800? Ну, гагидроп, ну, что за начало ролика? Ну, в прошлом видосе так все хорошо было. Можно сейчас будет то же самое? Ну, хотя бы сейчас 2600 упало. Воин дракона нас, на самом деле, очень жестко сливает. Давайте еще 5 штук попробуем. 5600, короче, да. Давайте сейчас попробуем что-нибудь более дорогое. Например, красные 3 штуки на 16 тысяч рублей. Но если я хочу камбэкать, мне по-любому надо сильно рисковать. Так, адское пламя, подтвержденное убийство и последняя код красный. Ну говно, сука. Давайте пробовать такой контракт на 12802 рубля. Но если нам сейчас контракт хреново выдает, то мы в полном дерьме. Но он выдает хорошо, ладно, 20 тысяч, неплохо. На балике 94 куска. Мы начинаем более-менее камбэкать. Давайте попробуем магический. Maybe, ага, 1400, понял, вот вообще в никуда. Ладно, пора тогда еще больше рисковать. Синий, 3 штуки на 23 тысячи. Пожалуйста, родной, это начало ролика, оно уже какое-то бешеное. Я просто хочу начать хотя бы в маленьком, сука, плюсе. Ну, говно падает, ну, какие 18 тысяч, еще 3, также на 23 куска. Родной, ну я тебя прошу, ну говно, сука, опять говно и опять говно, ну 3 говна падает. Короче, ладно, парни, начать ролик в плюсе у нас явно не получается. Будем выкарабкиваться из этого говна и заново, сука, пробивать 100 тысяч рублей на балансе. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагидропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110, вы со старта будете в хорошем плюсе. Также за каждый депозитный рубль вам дают один дракон. Вы можете вот так на эти драконы покупать яйца драконов. У вас дракон летит определенное расстояние. И если он у вас падает на остановках, то вы лутаете жесткие скинчики. И мы сегодня, кстати, преодолеваем остановку 250 тысяч метров. И можно... Ты сейчас долетишь, во-первых? Да, отлично. И что-нибудь жесткое. Мне отсюда уже падали перчатки за 20 тысяч. Блять, 800 рублей. Ну, не повезло, там был набор предметов, я сейчас... Ну вот, короче, вот это я мог выбить, но выбил я... Ну, сука, ну я такое говно выбил. Причем это уже, наверное, заново он мне показывает за 250 тысяч метров. Ну, неприятно. Ладно, давайте еще купим одну. Короче, сегодня что-то начало ролика вообще ни о чем. Мы уже выбивали с этой остановки перчатки. Еще с вот этой остановки я выбивал коллаж за 15 тысяч рублей. А сейчас, ну, с 250 тысяч метров выбить 800 рублей, ну, это кринж кринжом, честно скажу. Ну, хоть тут 400 рублей. Еще у них есть режим драконы против викингов. Вы можете выбрать одну из сторон. Открывайте кейсы, вам падают вот эти вот поинты. Чья сторона больше соберет поинтов, те выигрывают и лутают скинчик. Еще у них есть барабан бонусов. Вы можете его первый раз крутануть, если прострегаете, по моей ссылочке в описании под видео. А второй раз по этому же промокоду. Еще вот здесь у халяву тоже можете забирать. Ладно, полетели дальше открывать кейсы. Но, честно, мне так не нравится начало ролика. Мы слили, получается, 23 куска от баланса. А ни хрена не выбили с драконов, хотя до этого всегда выбивали жесткие скины. Ну, что-то прям как будто сегодня не мой день. Ладно, черно-белый, 3 штуки на 30 тысяч, может, тут повезет. Ну, что-то хз, 10900. Ну, 33 куска, неплохо. Ну, красная линия здесь, если прямо завода падает, она стоит дороже, то еще 3 штуки пробуем. Давай, родной, ну мне нужен сегодня. Вот, ну сейчас идет хорошо. Можно гипноз еще будет дорогим? Ну неплохо, 37 кусков. Ладно, ныть надо переставать, потому что мы на самом деле начинаем камбэкать. На балике 93 куска. А, давайте сейчас попробуем еще раз синий, уже 5 штук на 38 тысяч. Ты мне так нормального ничего и не выдал. Пора бы. Ой, блядь, первое говно. Второе, хорошо, 11 тысяч. Третье говно. Ну, сука, ну все остальное говно полное падает. 36 тысяч. Ну, ладно, минус 2 куска, в принципе, не супер много. Продаем, открываем еще 5 штук, пожалуйста, вот сейчас. Ну, выдай что-нибудь, бля, ну какое же ты дерьмо выдаешь. Да, мы в дерьме, если честно, вообще в тотальном. 32 тысячи, сука, ну как мне камбэкнуть? Ну, я просто хочу камбэкнуть то, что у меня уже было на балансе. Я даже в плюс уже, честно, не хочу выходить. Просто вернуть то, что было. А, давайте, GG Делор, 5 штук на 16 тысяч. Давай, родной, пожалуйста, можно побольше красных линий? Я понимаю, Делор вряд ли упадет, но красных линий побольше, сука, не одна. Ну, одна упала. Ну, может, она будет прямо с завода.
Нет, 5300, сука, ну в каком же мы дерьме, ну что такое, ну я только начал, ну ладно, уже не только начал, уже давно не только начал видос. Ну я не люблю вот так вот сливаться, да блять, кто вообще это любит, 44%. Ну кстати, ага, спасибо большое, мы еще и это проигрываем. Короче, если я хочу камбэкить, надо сильно рисковать, то полетели. Платиновый нож за 39 тысяч рублей одну штуку. Родной, пожалуйста, вот здесь плюс мне дай хотя бы x1.5 от того, что я открыл. ТХЗ, складной нож автотроника, сколько он стоит? 27, говно, еще один. Давай, 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 ну пожалуйста, ну пожалуйста, керамбит, стой на керамбите. Отлично, керамбит, ручная роспись, это стоит дорого, 55 тысяч, отлично, на балике 72 куска. Еще разочка купи, и я ухожу, пожалуйста, разочек, последний, последний, и я ухожу, правда. Нам падает, ну опять керамбит, ручная роспись, ну коготь волны было бы лучше, но керамбит меня устраивает. Отлично, ладно, на балике 89 кусков, мы начали камбэкать. У нас, если что, еще открыты все бесплатки, с них можно будет, ну, 1005-10 забрать. Но пока я их открывать не буду, я хочу вернуть свою началку. А, карточка куда-нибудь вот сюда, ну какие 2600, ну сука, ну... Тут еще ширп какой-то с апгрейда остался кэшбэком, продаем, на балике 88 тысяч. Так, хорошо, хорошо, желтый. Да ёб твою мать. А, 5 штучек на 33 тысячи рублей, давай, родной. Пожалуйста, не подводи, ну ты хотя бы, ну пожалуйста. Первое говно, второе вроде ну нормально, ну блядь, ну говно. Ну бульдозер нормально, ну в общем это 29 тысяч. Сука, ну как мне камбэкнуть и выйти в плюс-то, я не понимаю. Ну пожалуйста, еще 5 штук, ну просто мои 100 тысяч верни, пожалуйста. Топливный инжектор, отлично, я 10 миллиардов раз уже сказал, пожалуйста. Ну, золотая спираль прямо с завода, ладно, 35 кусков, отлично, это плюс. Еще 5 быстро, и ты мне выдаешь бешеный плюс. Давай, ну, бля, 30 тысяч. Так, ладно, мы сейчас делаем, бля, вот это за 4 тысячи упало, так не повезло с качеством. Вот так вот все продаем, а на вот эту шмотку делаем апгрейдик до 20 тысяч рублей. Давай, мы первый апгрейд проиграли, чтобы спокойненько выиграть второй. Да, сука, ты правда, два раза подряд пару миллиметров не хватает. Да я не знаю, у меня что-то тильт, я уже начинаю ловить понемногу. Да не, какое тайное, мне надо жестче открывать. Если я хочу камбэкать, надо жестче. А перчаточный, 3 штуки на 54 тысячи полетели. А, родной, пожалуйста, я тебя прошу. Первое, на говно, второе. Второе, 31 тысяча, что? Ладно, мне такое нравится. Еще 3 штуки. Вот эти реально столько стоили, охренеть. Так, первое 15, говно, второе 51 800 и 13 тысяч, отлично, мы продаем и наконец-таки камбэкаем наш первоначальный баланс. На балике 104 куска, все, открываем все бесплатки, с них лутаем максимально хороший бонус, надеюсь. А если что, они тут постепенно открываются, в зависимости от того, насколько вы открыли платных кейсов. И заканчиваем нахрен видос, потому что дальше я боюсь что-либо делать. То, что мы сегодня камбэкнули, это уже чудо, я должен был все просрать. Я уже вот на протяжении всего ролика думал, как я буду заканчивать ролик со словами, что ну вот, сука, я старался как-то откамбэчить, ни хрена не получилось, но за попытку можно поставить лайк и подписаться на канал. Но каким-то чудом мы смогли реально все камбэкнуть и выйти в плюс. Честно, не ожидал, но я рад, я очень рад, что перчаточный меня выдал. Вот самое мое верное решение, это было пойти в перчаточный кейс. А, так, у нас остались каменные ржавы, также быстренько их открываем и все, и заканчиваю видос, потому что, честно, я очень боюсь дальше катать. Сегодня ролик получился и так сверхрисковый. Так, последний открываем, продаем и все, на этом заканчиваю. Парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагитропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также не забывайте про дракон, режим драконы против викингов, барабан, бонусы, короче, халявы на сайте много. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Хоть и видосы подняли не до хрена, всего плюс получается 5000 рублей, ну почти плюс 6. Но самое главное, что мы смогли откамбэчить, пацаны. То с вас по-любому лайк, подписка и комментарий. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.